Всем доброе утро, это утро понедельника, у нас кофеек и погнали. Йоу. На удивление, тёнке, знаете, что нравится? Тяжеляк. Ребят, хочу вам сказать спасибо, что смотрите мои влоги. За вас поднимаю эту мармеладку прям долечкой. Обожаю их. И чаечек. Спасибо, что смотрите. Мармеладка божественная. Пишите комментарии вон там вот внизу, может, какие-нибудь покажу в следующем выпуске. И ставьте оценки обязательно. Ну, давайте начнем влог за 9 июля. Поехали. Мы тут ставили батарейки в старый динозавр. И он у нас ожил. Он даже ходит. Я вот тут не знаю, как он рот открывает. Наверное, никак не открывает. Потому что у него тут тоже сенсор есть. Ну. Что-то не хочет, Тём. Не хочет. Мир юрского периода. Ожил. Начинаем наш день. С Rockstar. Е, поехали. Так, представляете, что произошло? Мы еще в самый первый день продаж билетов на 29 августа концерт Imagine Dragons. Ну, такие, давай потом купим билеты. Потом еще и давай-давай, потом. Видимо, не очень хотелось идти, а сейчас все, вот, я такой, давай, покупаем. Стоящих билетов нету вообще никаких в Москве. Видимо, специально так сделаю. Раньше на Динамо продавали, сейчас продают в Лужники, потому что Динамо пока не сдают. Ну, все в курсе, что 29-го у нас ВТБ-арена, что... А, ну это старая еще информация, видимо, это как раз это стадион Динамо. Они в Лужниках будут играть 29 августа. Ну, Imagine Dragons все знают. А, кстати, вы знали, что Дэн Рейнольдс-то развелся? Вот. Ладно, давайте посмотрим, может, через официальный сайт получится. Ну, стоящих билетов нет, и нам кажется, что сделали специально, потому что... Практически все Лужники свободные и стоящих билетов нету. А недель две назад я проверял на Яндексе афиши, было 4 билета стоящих. Что происходит, не знаю. Если те, у кого есть билеты, отпишитесь, ну, просто так, что типа, я иду. О, кстати, прикольно, а через 2 дня они в Украине, в Киеве играют. Прикольно, что они хотя бы к нам приезжают. А ну-ка, Спейн в Мадриде. Жалко, что в Барселоне не играют. Я бы еще туда съездил. Потом с официального сайта Imagine Dragons переходит на ViewGoGo. Ну, это получается, это типа сервис, который по перекупке билетов, что ли. Потому что здесь тебе не электронный билет, тебе их потом будут доставлять. Короче, фигня, есть какой-то один стоящий за 9000. Вот, у меня сейчас такая тема получается. Но я просто никогда не видел, чтобы в танцевальный портер заканчивались билеты и там в Radioactive Zone. Ладно, сюда можно закончиться танцевальный, вроде как нет. Вот здесь вот практически все свободно. Тут покупай их куда хочешь. Я вот как раз, наверное, скажу, что, скорее всего, не очень-то и хотелось, потому что, извините меня, мы едем на концерт в Европу, там, на Джастин Тимберлейк, на Эда Ширана, на Imagine Dragons сразу не купили билеты, потому что мы 2 года подряд были на их концерте в Москве, и, видимо, как-то уже это, ну, так прям рвения такого нету. Но сейчас бы, наверное, если бы были стоящие Radioactive Zone, я бы купил. Вот. Все-таки там, по-моему, по 6500 они стоили. VIP брать на такие мероприятия вообще не стоит. Пробовали в свое время, когда Оля была беременна, и, соответственно, стоять, чтобы весь концерт не пришлось, мы купили VIP. Такая фигня. То есть ты сидишь, типа, за танцевальным портером, ты сидишь, это, короче, неудобно, и ни хрена не видно практически. Ну, это, конечно, фигня полная. Это вот, смотри, сейчас, к примеру, 6500 стоит вот сюда, ну, ты можешь стоять прямо рядом с сценой сюда, я не помню, сколько стоило. VIP, к примеру, C138, вот этот. То есть ты сидишь на уровне танцевального портера, и не факт, что сюда кто-то подойдет, и вот это стоит 15 тысяч рублей, один билет. О, построили с Тёмкой целый туннель большой. Давай запустим туда наш трак. Оху! Немножко намучился вчера и сегодня с видосом, что-то YouTube опять тупит. Я вчера вечером пытался выгрузить влог после стрима, кидаю его на YouTube, пишет, загрузка 30 минут, потом 40 минут. Короче, ни хрена не грузит. Сопли еще никак не пройдут. Сегодня с утра кидаю,
30 минут загружал видео в гигабайт с чем-то. Это, короче, вообще что-то хрень какая-то. Такая штука была, когда VPN-то у нас там прям реально процветал, когда все заблокировали. Вот сейчас была такая же фигня. Еле выгрузил видео, все, готов открывать. Как всегда, знаменательное событие. Открыть доступ, опубликовать. Погнали. Туф. Влог онлайн. Написал себе небольшую информацию про ролик, который сейчас буду снимать. Это покупки с AliExpress на 10 тысяч рублей. Обожаю смотреть в самом начале на комментарии, которые начинают оставлять. Кто здесь у нас первый? То, что есть особая каста, которые начинают. Я четвертый, я первый вроде. Первый. Ну, красавчики, давайте всем поставлю по отметочке. Знаешь так, ребят, вот эта вот посылка приехала ко мне недавно. Здесь находятся товары, которые я сейчас буду делать видео. Ну, во влоге показывать не буду, потому что это было хотя бы интересно посмотреть отдельно. Будет видео называться что-то типа «Что можно купить на 10 тысяч рублей на AliExpress?» или что-то типа такого. Здесь три товара, довольно-таки больших, тяжелых. Все, я пошел снимать. Ну и вам приятного просмотра, когда оно выйдет. Чтобы начать снимать видео, надо себе заварить чайку. Пить буду Lemongrass House. Это, короче, компания. Находится на Пхукете, и поставят они на весь мир. У нас такие в Москве продаются, но стоят они пипец дорого. Так что в Москве это вообще можно не покупать. Что это за хреномуть такая? Ну, хотя бы будете знать. Компания Lemongrass House. Я не узнал о Торе, когда мы еще ездили на Пхукет. У них там фабрика находится, там всевозможные масла, кремчики делают, что-то еще, ну, то есть, скажем, для красоты, для дома и так далее. Вот, из лемонграсс, из лемонграсса, это растение такое, как раз, которое в супы добавляют, например, том-ям, тот же самый. И из него есть чай. О, стоит он там, знаете, сколько? Сколько он там стоит? Вот такая пачка чайка стоит в Таиланде где-то примерно рублей 450 или 400. В Москве это продают за 1200. Так что в Москве можно не покупать. Вот так я его залил и немножко добавил обычного черного чая, ну, чтобы хотя бы цвет был. Выглядит, конечно, непрезентабельно, но будет вкусно. Такое ощущение, что какие-то щепки заварил. Фух, настало время немножко отдохнуть. Буду пить как раз тот самый чай, который заварил, с мармеладками. Любите чай с мармеладками? Я прям обожаю, вот именно, чтобы дольки были. Вы уже чувствуете, как это вкусно? Еще и вчера как раз тестировал Zenfone уже, наверное, день третий. Ну, не хожу с ним, но каждый день общаюсь. В PUBG Mobile попробовал первый раз поиграть. Ну, зашел, все там, зарегился через Facebook. Даже занял первое место, у меня там 11 убийств было. Выложил в Инстаграме, ну, поделил, что первый раз поиграл. Типа, о, наверное, повезло. И начали как раз все писать, что «Илюх, там где-то до 20 уровня у тебя половина ботов и так далее». Хотя в команде мы играли вроде с реальными чуваками. Вот, ну, говорят, что ботов много. Ну, ладно. А я уж обрадовался, первое место занял, ну, при первой игре. Классно. Ну, ничего, кстати, мне очень понравилось на мобильнике играть. Местами, конечно, когда ты прицеливаешься, это все выглядит немножко коряво, но все равно мобильный гейминг сейчас это вообще не унять. Я его постоянно на своем телефончике гоняю. Ну, правда, не в PUBG, а во все остальные игрушки. Мне уже на экране не хватает батарейки на целый день. Вот, одну поставил, все. Вторую, фотоаппарат, и продолжаем писать видос. Сейчас попробую еще раз, разочек поиграть в PUBG. Может быть, что получится. Играть буду на этом Zenfone Max Pro M1. Конечно, длинное название у него такое. Ну окей. О, я же без интернета. Надо интернет вот включить. Вот так вот. Отлично. Ну, игрушка идет здесь на средненьких. Но это вы потом еще в видео увидите. Я его так пока тестирую. Прям в реальных условиях. Очень мне нравится тема, что вот реально мобильный гейминг вышел на новую уровень, даже с появлением этого World of Tanks Blitz. Ну, это как бы это не обзор PUBG, потому что я только второй раз сюда захожу, но мне нравится, что здесь очень много всего, сразу очень много всевозможных менюшек и так далее. Есть с чем разбираться, а это всегда хорошо. Когда игрушка очень проста и ты сразу все понимаешь, ну, как-то интереса нету, а здесь интересно реально везде разобраться, там у тебя, ну, вот у меня только пока 5-й ранг и только этот сосунок, да, считается. Даже особо еще не пойму, интересно играть на телефоне, где, ну, больше дисплей,
или поменьше. Тут пока не разобрался. Но вообще, как это полностью в игре, в принципе, довольно-таки комфортно. Ну так, конечно, подлагивает. Не знаю, из-за чего это, из-за интернета, из-за телефона. Наверное, из-за интернета. Хотя, хрен знает, может, из-за телефона. Напишите мне в комментариях, мне еще будет полезнее, кстати, подготовиться к обзору. Вообще, как вам игрушка, часто ли тупит вообще на разных устройствах? Как вы считаете, вот это вот нормально, то, что она так вот подлагивает, это из-за интернета или это чисто из-за телефона, что он не успеет там что-то прорисовать и так далее? Вот так, конечно, не очень все плавненько. Все, начали играть. В обычную версию пап, ну сколько я, недели 2-3 отыграл. Потом что-то как-то с нее немножко слез. Так что все довольно-таки очень мне знакомо. Ну что, будем смотреть, кто там будет выпрыгивать. Как мне еще сказали, что вот здесь на количество игроков в кабине можно не смотреть, а лучше смотреть, сколько реально там выпрыгивает. Хотя в мобильной версии, что-то, мне кажется, ты ни хрена не посмотришь. Ну вот там. Кто-то чекрыжился. Один из моих. Ладно, давай, короче, вылетим. Нормально, полетели. Вот, наверное, сюда полетим. Ну, кстати, плюс-минус практически рядом. Походу ничего залутать-то уже не получится. Блин, сразу, наверное, в большой дом пойду. Дерьмово. Ничего нету. Что я могу сказать? Дерьмово приземлился. Очень дерьмово. Так, ну что, будем направляться в сторону, наверное, уже зоны. Я так понял, здесь машин никаких нету. Мне здесь ничего не поможет. Да, спасибо, чуваки. Да, я прям могу к вам залезть. Спасибо большое. Поехали уж, давай. Буду вас прикрывать. Что-то я вообще в какой-то пустыне. Я уже бегу, наверное, хрен знает сколько. Ни одной тачки, вообще ничего. На тебе. Куда ты ползаешь? Все. Сейчас чем залутаем у тебя. Я, блин, никак не могу попасть. О, мотоцикл, отлично. Ну все, теперь наконец-то мы все вместе. Можно расслабиться. Слушай, ну пока только 4 убийства. Что-то чувствую, опять здесь ботов до хрена, да, ребят? Сейчас, меня подождите, стойте, стойте. Ну поехали. Гоу, 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 гоу. Всего лишь 6.
Не, вот что касается мобильного гейминга, это вот реально супер. Прям то, что ты играешь в онлайне, хоть с какими-то людьми, на мобильничке, это прям вообще охренеть. Фух, у меня уже руки все вспотели. Ну, телефончик так, конечно, нагрелся. Мы опять выиграли. Опять, наверное, у ботов. Но отлично. Фу, сколько, блин, полчаса, наверное, игры всего лишь. Ну отлично. Какой? Сразу 8-й уровень. 2 игры всего. Ну, так что, так у каждого происходит, да? Напишите мне в комментариях. Ну, 2 игры, обе по первому месту. Это дохрена ботов или что? Сразу 8-й уровень. Ну окей. Отлично. Отлично. Ладно, все, на сегодня хватит. Сколько мне интересно, зарядки-то съело? 53%. Блин, ну как бы телефон с 5000 мАч, но все равно он садится. Так же, как обычный телефон. Он садится постоянно. Фух, непередаваемый, кстати, экспириенс по игре типа через сеть на мобильном устройстве. Я просто честно, раньше до этого такого особенно не делал, но придумали они клево. Придумали клево. Это надо пока еще не начал вносить всякие донаты на улучшалки, а так-то бесплатно можно играть. А на обычном компе у меня есть папка, пожалуйста, да. Я в него играл целых 3 недели, но что-то как-то не особенно пошло. Ребятушки пишут комментарии под прошлыми видео. А просмотры-то где? Накрутил подписчиков? Может быть. Да нет, конечно. Я 709-й. Поставь большой угловой стол. Я первый вроде. Зверел лучший. Отлично. Так, треугольная подсветка. Оцените мое новое видео. Давайте плюс поставлю. Отлично. Знаете, что сегодня самое подставное? На улицу даже не выйдешь с ребенком погулять. На улице дождь во все льет. Целый день дождь, мать твою. Дождь! Что делать-то? Дома целый день сидеть. Сейчас мелкий проснется, будем опять что-нибудь придумывать. Время 3 часа дня уже. Настало время уже сварить кофейка. Вы, конечно, спросите, что это такое. Это гречка, ребят. Это гречка. Зачем я ее так положил? Для видео, но не для этого. Пусть аккуратненько лежит. О. Вот эти наушники, которые я вам недавно рассказывал, Блюдио. А, какой рассказывал? Еще не рассказывал. Все, убираем обратно, еще не рассказывал. Не-не-не. Чувак, скажу по секрету. Но я только еще 17 числа публикую это видео. Наушники огонь. Они выглядят ужасно, они сами по себе внешне может быть ужасные, но звучат они лучше всех. Вот лучше всего, что я слышал. Я, кстати, даже немножко разобрался на балконе. Ко мне сегодня папа приезжал, забрал здесь свою мачту для антенны. И вуаля, у меня наконец-то можно хотя бы даже пройти. Вот эту всю фигню мы увезем на дачу. Это мой старый стол угловой. Он у меня отправится на дачу. Этот столик мы тоже отправим на дачу. Так вот у меня одна проблема. В машину не влезает, надо будет какую-нибудь газельку брать. Вот. Теперь хотя бы могу на балкон выйти. А, еще и коляска мелкого. Дофига места занимает, еще и сверху люлька. Это ее тоже надо на дачу увозить. Просто такие вещи уже все не канают. Тебе что, нехорошо? Что-то так... Спокойненько, спокойненько. О, сколько нервов у нее. Короче, сегодня ничего такого сверхъестественного не произошло, потому что обычный день, как и все остальные. Хочу вам сказать спасибо, что досмотрели это видео до конца. Спасибо вообще, что смотрите меня и делаете время просмотры, ставите комментарии, ставите лайки. Надо писать комментарии, забейте. Спасибо вам большое. Вот, увидимся с вами завтра.